по 5 минут в день, сидите рядом с чем-то, что ничего для вас не значит. Это может быть дерево, камень, червяк или насекомое. Через некоторое время вы обнаружите, что можете смотреть на него с такой же любовью, как на вашу жену, мужа, мать, ребенка или собаку. Возможно, червяк не знает этого. Насекомые не знают этого. Это не важно. Если вы можете смотреть на все с любовью, весь мир превращается для вас в прекрасное явление. Вы поймете, что любовь — это не то, что вы делаете, это то, кем вы являетесь.